Добро пожаловать, друзья исследователи. Если посмотрите на экран, то заметите, как подопытные ждут эксперимента, но он уже начался. Ух ты! Ожидание и есть эксперимент. Принцип Дункана прост. Мы теряем контроль, да, лучше я это тоже запишу, это важно. Чем больше эго теряет контроль, тем больше его обретает подсознание, что приводит как к неожиданным, так и предсказуемым эмоциональным взрывам или срывам, которые мама с папой называли «старой доброй вспышкой гнева». Энни, скажите, пожалуйста, нашим подопытным, что эксперимент начнется через 5 минут. Энни? На самом деле он никогда не начнется. Поехали. Здравствуйте. Привет, Трой. Привет, Эббит. Здравствуйте, сеньор Чен. Что? Учителю испанского помешает 80 баксов. Итак, мы немного задерживаемся, но начнем минут через 5. Нет, 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 нет. Так нельзя, нет. Так нельзя. Вы лжете. Если вы сказали, что начало в 9, значит, оно должно быть в 9. Нет. Нет. Нет! Нет! Хьюстон у нас идиот. Итак, прошло 3 часа, подведем итог. Обратите внимание на моменты перехода к ярости. Это крикун, это топотун, пока хиппи. Вот обычные психи прыгают вверх-вниз, как дети, и трясутся. Запишите это. Заметный тремор. Смотрите, как мелкая гоняется за большой. Смотрите, как в шоу Бенни Хилла. Туда-сюда. Давай, давай. Разве не смешно? Весело же. Ну и, наконец, вернемся. Осталось 2. Ломайся. Ломайся. Нет, нет, Энни! Какого черта здесь происходит? За что? Почему все так долго? Я потратил целый день ради тебя! Сегодня был главный выпуск Soul Train, а как же потрогать задницу? И он выбывает. Есть 3-й страйк. И пока. Как же здесь грязно. Чем дольше ждут, тем сильнее ломаются. Держитесь, студенты. Он на паузе. Нет. Он такой и есть. Извини за ожидание. В 26 часов. Еще осталось 5 минуточек. Ладушки. Ладушки. Вот черт, почему? Почему он не уходит? Профессор? Что? Простите, этот парень не уйдет. У меня есть и другие пары. Отлично. Проваливай. Иди опять пристрели Джона Леннона. Неудачник. Испортил мой эксперимент. Разрушил принцип Дункана. Проваливай ты к черту. Гребаное исключение из правил. Это ты. Ты виновата. Но вы просили подопытного. Подопытного, а не человека дождя. Не надо было приглашать вас сюда. Мисс Энни, я все запорола. О, это так остроумно. Придумали, когда в последний раз не пошли к стоматологу. Можно я отвечу вопросом на ваш вопрос? Это нечестно. Нечестно. Господи. Что вы делаете? Прекратите писать. Отложили ручки! Дай сюда! Пошли вон, придурки! Вон! Ты уничтожила принцип Дункана! Иди домой! Понял? Пока! Give me some more. Timing.